Где весла? Там, там. Ну там, надо вот около лодок их оставлять. Я не могу найти, не ищи. Сейчас иду. 14 июня 2015 года. Вот наш Лагестан, детский православный. Собрался идти кататься на лодках. Ты что так надуваешь? Вот надули подушки. Вот Андрей даже надул подушку. Пока накачивает. Вы можете идти на спортплощадку. Одну или две. Обязательно что-то она этого. Идите там, покачайте, сними с себя это. Иди там, самоподъемник. Вот Паша накачивает. Девчонки, на спортплощадку идите пока. Паша, ты так долго будешь качать? Не перерывай, Паша, сразу на спортплощадку. Так, идите пока, снимайте, покачайтесь там. А то не скоро накачают, да, накачают. Бегите. Там покачайтесь, побегайте. Ксюша, вперед. Вам скучно здесь сидеть? Аня, качели. Аня, сними пока, с собой не ходите. Это моя. Я не кидаю, что стрелу качать. Потом, надуете, да, потом. Да, на кого-то привлечь. Так, снимай все. Беги на спортплощадку. Здесь обойди вокруг. Вокруг обойди. Нет. Пойди покачайся. Там интересно. Аккуратно только огне. Аккуратно. Тут, наверное, высоко для тебя. Высоко. Тебе на маленьких надо. Я уже руки не сгинаюсь. Нет, она сама, не надо. Здесь Виктория. Назад. Потом я посмотрю, как я могу. Ну-ка, давай показывай, что как ты можешь. Вот. Вот. Молодец. Молодец. На рукоход. Давай, Ксюша. Дядь Вова, а вон там с той стороны есть это.
Да. А что, это у второй руку? Да, только вот так вот ходить сейчас. И отжиматься, и вот так ходить тоже. Тоже на выносливость. Так, так, не качайся. Крылья. Ну-ка, давай. О, кто у нас еще такой сильный может? Ливи. Ты? Попробую. Давай. Молодец. Я могу по этим всем пройти. Сейчас, подожди, они пройдутся, потом тебя заснимут. А я видел, я тебя снимал уже. Ой, мамочки. Ой, мамочки. А у меня руки раскользнулись. Я сейчас попробую. Не просто оказалось, да? А для меня просто. А это не просто. Для меня просто. Ну ты вон какая спортсменка у нас. Я не могу сильно выдержать. Давай, 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 Виктория. А еще я могу ноги до головы достать. Виктория. Могу показать. Ладно, дай. Не сдавайте. О, все. Ну, ничего, в следующий раз получится. Давай, давай. Тут главное терпение, упрям. Упрямство. Выносливость. Молодец. Давай это я не тетя. Ну ладно, тетя. Ладно, со второй попытки уже получилось. Ну все, я полезу. Давай. Давай. Нет, не там залазишь. Тимофей! Тимофей, слезь, пожалуйста. Вот он по-другому. Дали. Смотрите. Как он? Ксюша, давай, пускай он пройдет тоже. Ногами-то не вставай. Ногами не вставай. Только руками. Ногами опасно. Ей, я прошла. Смотрите, как я могу до листочка. Все, саморегулируется. А, понятно. Ну что, Ваня, показывай. Что-нибудь, какой-нибудь класс. Сейчас покажу, я вижу. Это, я вот, просим меня, просим меня. Ваня! Слишком низко. У меня рука входом 2 метра в высоту. Ух ты, какой цветочек. Вкусный. Давай, поднимай. Вот даже, смотри, даже Агния эту идет. Давай, Агнюш. Давай, давай, не сдавайся. Аккуратнее, только руки не сломайте. А что аккуратнее, не ударись. Что, Фрося, не так просто все, да? Конечно, не просто. А я покажу. Аккуратнее, только аккуратнее. Вы аккуратнее, Ласти. Сшивайтесь. Ваня, это самоподъемник. Ну, ладно, тут с вами поснимали. Вот они уже надули почти лодку. Возьмем, да, пока на скамейке положите. А что ты, ну сдул и сдул, зачем ты мне что-то обнимаешься? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже это седьмая. Вот, раз, два, три, четыре,
Так, подходим сюда. Позови всех. На лодке плавать. Становись. Это вот не очень накачано, да? Позови. На лодке Нестор. Плавать, плавать. Сбегай, позови всех, скажи. Подбеги скорее и позови. Или кто там? Голосисты. Ой, в озере. Уходи. Ну, Стефани, Стефани. Сейчас до лагеря раздутся там, для Тихин сказал, и потом уже туда, на озеро. А сейчас идешь. Девочки, разбирайте подушки. Чего это? И весла. Каждому только надо весла, не маленьким, они еще сломают их. Одну лягушку возьмем. Не надо, подожди, куда ты разбиваешь? Ты должен идти по одному. Паша, можешь? Любая подушка, любая одна. Никто так не может. Я умею много потягивать. Веслами не баловаться. Можно сломать ее. У тебя свой талант. Не свой. Я возьму. Я могу на слабость. Все, не отдай. А мне дайте весло одно. Дайте весло. Можно опираться на себя. Нет, на одному всего. Взрослая, берем. Тогда распустишь. Дайте мне весло. Вот так берем и несем. Дядь Никита, помогай. Ай-яй-яй, за завязки не браться, я говорил уже. Идем в лагерь, нужно разуться. И лишнее снять с себя. Мешок бросили. В лагерь идем, разуться. Шарик. Шарик. Сегодня у нас праздник, шарик. Шарик. Так, не отстаем, не отстаем. Андрей. Андрей. Давай быстрее догони. Шарик, пока. Пока, шарик. А когда все эти видео будут лазить? Не знаю, ну это вот... Нет. Раньше. Раньше? Свете гиблитов, да, Сань? Да. Канал на свете. Ну. Да! Просто никого не ударь. Подевают караси за вчерашние на просветку. А справа постоянная сеткой крапивой. Кто-то льется, кто-то и слезу прольет. Моление, Евангелие, колокола с переливами. Бывает, артисты болеют весь день напролет. На навозной куче. Нам есть что другим показать, не хвалять. Строгая дисциплина, порядок и после отбоя. Подтянулись! Подтянулись! Виктория! Потихоньку лодки опускаем. На траву. Потихоньку. И оставляйте, переобувайтесь. Разувайтесь точнее. Все разуются. Потому что жаркую погоду с непоранными ногами. Один босиком. Ой, как хорошо босиком. А ноги там. Можно келью зайти переодеться? Да не надо в келью, около кельи все оставляют. Не мешайте под ногами.
длинноногий дядик, дядя Степ. Под ногами не мешай, веслом не маши. Самурай православный. Неси его спокойно и все. Я сейчас умру. У меня уже дыхание начинает кончаться. А что у тебя, здоровье шаткое? Нет, нормально. Потому что шея болит. Ты же мужик. Руками-то поддерживай, смотри. Я вот так руками держу. Она вроде легкая. Подтянулись все. Девочки, подтянулись, говорю. Да мы бежим. Ксюша, Оливия, что не ясно-то? Подтягивайтесь, быстрее давайте, подтягивайтесь. Вперед, Тимоша, обгоняй их. Забрать у него весло, ликвидировать. Самурая ликвидировать. Ликвидировать последствия сломания весла. А он сам подумал. Нестор, прямо неси весло. Сломали весла. Поэтому мы предостерегаем, что не надо их никуда не опирать, не бросать. А то можно наступить, сломать. Поворачиваем. Камера лежит. Ну, ладно. Сколько уже заряжено, посмотришь. Подушки, скорее. Скорее, подушки. Подай. Все, здесь все уже. Сейчас отпустишь ты. Куда ты ее? Так, где взрослый? Никита-то где? Никита! Ты должен быть здесь, в авангарде, подушка, а ты где-то сзади. Я с вами здесь бить. Деревья не сказали еще двоим. Надо Глушковым сказать девчонкам. Все, иди сюда. На, пошли. Вон я. Чтобы вон были школы. Можно я присяду? Я нет, только не одному. Я с вами. Здесь Нестор, я здесь. А здесь я, да? Здесь я, Ваня, дядя Никита. Никита, убери лодку. Возьми один осор, дядя Никита. Дядя Никита, капитан там. Давай, опускаешь двоих. Один плавающий, другой не плавающий. Я плавающий. Я плавающий. Давай. Я и Ваня. Это мое место. Я и Ваня. Где еще одно весло? Здесь, на берегу оставь. Давай, весло! Да мы не глупые! По пять минут. Не знаю, где заловить. По сколько минут кататься? Опять. Все, будете кататься, будете. По пять минут кататься или сколько? Я не знаю, посмотрите сами. Смотрите сами. Если время будет, еще по разу. Наверное, по пять минут, а потом... Надо было взять лопату.
начала июня. Все, все, отрывай. А может даже здесь есть? А? Может даже здесь есть. Это Игнат Игнатьевич пока что не ягоды. Двое мальчиков. Цветочки пока. Мне надо принимать. А. Поснимайте, я приму сейчас. Давай. А чего мальчиков? Двое мальчиков. Так, я держусь, выходим. Я не... Мы с тобой, Лер. По одному выходим, по одному. По одному мы точно будем кататься. Андрей, ну что, как старики? Пошли сюда. Сейчас. Вот два мальчика. Они три. Мальчики, садимся. Быстрее садитесь. Где кепка твоя? Садись скорее. Тимоша, где кепка твоя? А дай я попробую. Нет, быстрее. Быстрее. Скорее, Тимофей, быстрее. Фуражку забыл. Ника, это, Вика, садись скорее. Возьми третьего. Маленький, садись скорее, садись со мной. Вика, садись скорее. Рядом с Андрюшей садись. Она совсем маленькая, место немного займет. Ну куда поплыли-то? Эй, сюда, к берегу, уже 5 минут кончилось. Смотри, крутит вас как водоворот. А можно три девочки? Вы далеко-то не плавали бы, а теперь вас ждать приходится. Но, куда? Я плавать не умею. А можно три девочки? О, клиенты. Сбились. Поехали. Дядя Володя. Дядя Володя. Давай. Далеко уплыли, уже половина тебе плавали. Никита, неправильно делаешь. Зачем так далеко отплывали? Вылазьте быстрее. Так, три девочки, быстренько, три. Вперед. Быстрее. Ну быстрее лезь, кого-то смотрит. Володя, подтягивай к берегу, третью сажай, третью. Вот она, толкай ее обратно туда. Во, все, поплыли. Замечательно. На борт не садиться. Ты, Никита, маленько плоди, не плавай далеко-то. Сейчас сломаешь весло, ты что делаешь-то? А им дай, чтобы они работали веслами. Учи их. Я умею причальщиком. Давайте. Вон они где, где. А дальше что у нас? У нас дальше там берег, коршун летает. Вот еще двое не катались. Только двое? А вон на берегу никто не катался. А? Те-то вообще не катались? Нет, так мальчики сперва катались. Ну давай. Мальчики. Время есть еще по два, по три раза можно покатать. Сильнее, Брося, греби. Ну что, девчонки, давайте в очередь ваша. Машина подогнана бы. Заваливай их. Володя, завалил? Нет, еще нет. Все, хватит. Значит, уже плохо. А у меня глаза. Ну.
Тут были эти как на мосту. Через нас выходили. А я знал, что тут были уже давно очень мосты. Потому что... Володя, готовьте, скоро причаливать. Нет, убери его. Прикусь, не кажется, мурал. На хуй, как соленая резина. Давай. Кто еще хочет? Нет. Вкус как резина и соль. Что еще? Так это и так не видно. Дай тебя. Тут ямки было, и надо было завалить. А потом тут растиши, чтобы тут-то не было. Все, да? Еще надо. Ну, можно маленько еще. Так, вы больше уже балуетесь, не надо больше. Так, кто еще не катался? Ты не катался? Не катался! Она каталась! Нет, кто не катался? А все катались! Можно я? А все катались! Еще кто? Можно я? Можно я, пожалуйста? Ну кто еще не катался? Нет? Так, я хочу катался! А все, покатался? Да, нет! Ксюша, а ты что не побывала-то? Я не пустила. Пустили тебя. Где? Ну, тут того, я сейчас плюхну. Иди отсюда. Дядя Володя, мы будем купаться. Дядя Володя, я тебе хочу разрешил бороться. А купаться нет? Нет, а купаться, когда посмотрим. Посмотрим, нет? Вау. Нормальная вода, да? Вода ничего. Кит, сделай снимки. Сигнал хочу туда. Поближе поплывет. Сверху. Ну она же, они же не щука, не скосит, не откусит ее ничего.
Вот, фотография, сейчас фотография. Все, все по одному разу, ты лодку давай. Чего это второй раз? Держите лодку. Знаете, тихо. Ну что, все уже покатались, да? На траву прям, держитесь за траву. А еще раз можно? Вон и я тоже, дядя Игнать. Ну давай, давай. Оба второму кругу покаталась. А, я давайте я полезу. Вот эти. Давай. А все, нету места. Да вы что вы тут берег уронили? Отойдите, пожалуйста. Все, берег кто? С другой стороны. Кросс, ну отойди же. Отойди. Откроем. Ну давайте мы сюда крестим. Роботы тут. Роботы? Так еще кто-нибудь маленький. Андрей, садись. Давай, готов? На счет три. Я Витя, можно я буду с вами? Раз, два. Я Витя, можно потом я с вами? Да и к берегу не надо, подожди, Андрей, греби скорее, что ты? Не надо к берегу, сильнее греби. Сильнее, Андрей, подожди ты. Все, теперь туда поплыли. Все, приплыл уже. Нет, тут командировка. Снимайте, как все плавают, да? Я буду смотреть. Кто бы сомневался. А это без старшего можно так? Заплатили деньги за безопасность, так что не получится вам такого. Не ставишь это, значит, что вы не вернетесь. Почему? Вернетесь, может быть. Это значит то, что вы это будете крутиться все время на месте. Почему? Следующий я. Дай некому командовать, будет сразу же поссоритесь. На этот раз, дядя. Наконец-то мы смотрите на технику. Это понятно, вон там. А Маши нет! А она сидит, я в сумме, она там. Они заворачивают. Петка, стоп, продолжаем. Я не видела, мы ее забрала. Вон наши старшие сестры идут. Они боком плывут. Анюта, ты каталась? Да. А что еще там?
Валя, иди. Нет. Мы победили. Валя. Иду, иду. Поем, что ли? Она идет, у меня коллектива на виде. Да ладно, Яш, не раскатаешь. Он сейчас, они сядут в лодку. Никит, фотографируй. Так, где тетя Валя? Воду не давай. Не сломайте только, не надо. Хватит. А я тоже... Девочки, отошли. Можно я не брал? Ксюша отошла оттуда. Ксюша, отойди. Причаливаем в зоне Кнесова. Ксюша, отойди оттуда, я же говорю. Выходите по одному, весло дайте. Садитесь. Настя, Катя, садитесь, Тася, садитесь на лодку. Витя Николаевич, вон пришли, Лужкову. Сюда! Покатать их можно. Сюда, причаливайте! Сюда! 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 Кто там еще? Все, куда? Ты уже катался. Сейчас по два раза катался. Ваня! Хватит кричать. Ну что ты кричишь? Мама, у него почему так много людей стало? Настя, иди плавай. Иди плавай. Я не плаваю. 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 Я не
Где свистун? Я его чуть вертую. А, вот. Нет. Вот так свисти. У меня так плохо не громко. Ну а что, а зачем тебе? У меня громко. Я бить. Я голодный, у меня громко. Прям сейчас прямо в воде поймали, да, ее? Поймали. Все. Давай. Ой, где? Так, подожди, кто не поставил? Где я гуфку? Володя. А? Иди покатай. Подключай. Девчонки, отходите.